Коль накануне пришли печальные новости. В субботу, 13 июля, скончалась голливудская звезда Шеннон Дуэрти. Об этом сообщила близкая подруга актрисы Лесли Слоун. «С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннон Дуэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла свою битву с раком», — сообщила Лесли. На протяжении нескольких лет актриса боролась с онкологией. Рак молочной железы у нее обнаружили в 2015 году. После курса химиотерапии наступила ремиссия, но болезнь вернулась в 2019 году. Шеннон давно готовилась к смерти, поэтому продумала свои похороны до мелочей. Знаменитость попросила, чтобы во время церемонии прощения рядом были только близкие люди. Она завещала кремировать свое тело, а прах смешать с останками ее отца и любимой собаки. Актриса предчувствовала, что ее жизнь подходит к концу, поэтому начала избавляться от некоторых вещей, чтобы этим не занимались родственники. Шеннон Дуэрти снялась в 60 фильмах и сериалах. Самые запоминающиеся роли — Бренда Уолш из сериала «Беверли Хиллз 90-210» и Прю Холливу в сериале «Зачарованные». Светлая память актрисе.